2024 год. 2024 year. 2024 year. О развое. Сбанштадтсен Ольсдорф, Rock the Ballet, Elvis, Das Musical, St. Pauli Theater, U1, U-Bahn-Linie U1, S-Bahn-Linie S1, Ольсдорф. Здесь соединяется эска, которая идет на Попенвютель, и эска, которая идет в аэропорт. Все это вот туда, на север. Норд. Вест. Ист. Ода. Ост. Остзе. Байкальское море, да? Байкальское? Что ты несешь? Балтийская. Да, так уж потянуло в Сибирь, да, на Байкал. Да, это такой трефпункт У1, С1. Да. Умштайген. Пересадка. Историческое видео. Помните выражение такое из двух слов? Историческая хуйня. Вот. Представьте, 24-й год закончился, 25-й тоже, 26-й, 27-й. И сейчас вы это видео смотрите в 34-м году. Почему нет? Легко. Так оно и происходит. Как-то раз я году в 17-м, наверное, да? Или в 18-м? Скорее всего, в 17-м снял видео про Красноярск. Было даже и в 15-м году. И вот им уже почти по 10 лет. Серьезная тема. Другая одежда. Другая архитектура даже порой. Другая, может, погода. Другой климат. Не только как климат, как по географии, да, назовем это так. Но и психоэмоциональный климат определенно другой. Все-таки за 10 лет... многое меняется, причем в любой точке света. Поэтому историческое вот вам видео. Напомню, здесь самое большое кладбище в Европе находится. Но, наверное, как парк кладбищ по территории. По количеству захоронений сомневаюсь, что оно самое большое. Но очень интересное. S-Bahn в сторону от аэропорта. Бланкенезе, Ведель, то есть на запад. Ну, а в данном случае она говорит пока на юг, а потом на запад. Достаточно. Поеду я. In Richtung Blankenese.